Интересно, что это такое? Я так взволнована. Пока все как-то печально. Ага, точно. Что это за шум? Сюрприз? По-прежнему ничего не происходит. Ау, мы тут ждем. Ого, это было довольно круто. Вау, откроем? Ну, чур мое. Эй, отдай сюда, это была моя идея. Расслабься. Ты такой злой, Крис. Ууу, пузыри. Мне все равно. Ну да, они красивые. Можно я попробую? Нет. Ну, пожалуйста. Как весело. Эй, смотри. Это навело меня на мысль. Будет так здорово. Для начала возьмем холст. Затем нанесем на него краску валиком. Убедитесь, что вы покрыли весь холст. Теперь возьмите стаканчик от кофе, окуните его в белую краску и прижмите к холсту. Подойдите к этому творчески. Дальше начинаем добавлять цвет внутри кружочков. Выбирайте разные цвета для более реалистичного эффекта. Мы пытаемся запечатлеть свет в пузырях. Смотрится неплохо. А теперь добавим деталей. Получилось потрясающе! Какая я талантливая! Эй, Крис, у меня есть свои пузыри. Что? Завидуешь? Можно я это возьму? Поменяемся. Дай сюда. Ого! А где же пузыри? Тут пусто. Так нечестно. О, я разве тебе не сказал, что пузыри кончились? Не смешно. Адам, у тебя сегодня творческое настроение. Да, с этой наждачкой можно сделать много интересного. Адам, спасибо, что подождал. Слава богу, уроки закончились. Эй! Похоже, Вики закупается в том же магазине, что и Лана. А я-то думала, что это уникальный цвет. Вот засада. Кажется, я могу тебе помочь. Только возьму наждачную бумагу. Готово? Пошли! Вам потребуется наждачная бумага и трафарет. Нанесите рисунок на наждачку восковым мелком. Разложите футболку и положите на нее наждачку рисунком вниз. Положите сверху вощеную бумагу и прогладьте утюгом в течение пары минут. Готово! Лана, теперь у тебя уникальная футболка. Адам, твоя находчивость меня спасла. Может, еще что-нибудь украсим? На этот раз у меня хорошее предчувствие. Сердечко! Как это мило! Посмотрим, кому крутить колесо. Я силен в битве на пальцах. Да, я победила! Почти! Пожалуйста, пусть будет что-то хорошее. Без бумаги? Но как же мне тогда рисовать? Похоже, тебе придется догадаться. Смотри. Начну с того, что проведу линию вниз посередине. И еще одну. Затем пару линий сверху и снизу. А теперь по бокам сердечко. Карандаш сделает отличную разметку, прежде чем мы начнем рисовать чернилами. Когда основная форма готова, возьмите ластик и сотрите разметку по краям. Затем возьмите ручку и просто следуйте по линиям. Получается классный 3D-эффект. Теперь добавим цвет. Постарайтесь не выходить за линии. Закончив с этим, затяните внутренние края. Здесь подойдет обычный карандаш. Добавляйте тени туда, где, по-вашему, они должны быть, или туда, где свет будет другим. Это новый способ рисования сердечка, но смотрится впечатляюще. Ну вот, готово. Что скажешь? Ого! В смысле, нормально. Что же мне использовать? Знаю, свои руки. Это как-то банально.
Должно же быть что-то, что я могу сделать. Точно! Мини-сердечко. Но как тебе такое? Это сердечко. А вот и нет. Прости. О, а как насчет этого? Просто сдайся. Но я знаю, что смогу. Давайте пальцы не подведите. Кажется, придумал. Мне только нужна красная ручка. Положите один палец на другой и нарисуйте сердечко. А затем просто раскрасьте его этим же фломастером. Не так уж и плохо. Мне нравится. Точнее, я в восторге. Но я еще не закончил. Пририсуем смайлик. Еще один для настоящей любви. Как романтично. Смотри. Серьезно? Ага, это так мило. Погоди, у меня тоже есть идея. Ты все испортишь. Тебе понравится. Вот, они обнимаются. Кажется, я сейчас заплачу. Это так мило. Так приятно играть с этой штукой. А попробуйте нарисовать это. Я обожаю попыты. Хорошо. Джен выбрала красочный путь. Но у меня есть более оригинальная идея. Возьмем-ка расческу. Сначала наклеиваем скотч. Затем добавляем краску вот так. И делаем классный узор с помощью расчески. Так цвета выглядят еще гармоничнее. Гораздо круче, чем маски кистью. Осталось отлепить скотч. И вуаля, ровные края. Вот видите, ух ты, отлично сработало. Моя расческа, что ты с ней сделала? Это мое. Извини. Никакого уважения. Помиримся. Хочешь конфет? Не думаю. Секундочку. Ладно, давай их сюда. Должно выйти интересно. Фиолетовая – моя любимая. Ты будешь на верхушке. Теперь совсем другое дело. И очень похоже на попы. Здорово. Итак, что у вас получилось? Вот моя картинка. Очень занятно. Но, Дженнифер... Настоящий шедевр. Итак, победителю достается. Воу, я не знала, что бывает дождь из попыток.